передачи там только футболисты Реала располагались, и удается гостям перейти в наступление. Хамес, Асенсио. Возвращает он мяч Хамесу. Снова передача от Хамеса. Бензема замыкает. Еще один удар Бензема наносит. 1-0. Реал на 14-й минуте. Бивает он на 14-й минуте. Ну, здорово, во-первых, здесь Пепа перевел мяч на левый фланг, а там уже очень хорошо распорядились пространством на чужой половине поля Асенсио и Родригес после прострела Асенсио. Один удар нанес Бензема, он же добил мяч, поздно Рамис реагировал на отскок, и счет 1-0 в пользу Реал. Ну, в общем, если Эйбор ждал, чего там Реал покажет, вот, пожалуйста, Реал показал. Родригес снова в штрафной. Прострел. Опасная ситуация. Едва второй мяч не влетает в сетку. Нет, там Начо зря протестует. Там, конечно, не было передачи голкиперу. Мяч срикошетил от защитника. Нет, опасные передачи. Но это вот следующая атака. Здесь уже справа оказался Хамес. Простреливал на Бензема. Мяч попадает до Сантоса. Но это, конечно, не пас голкипера. Подача на дальнюю штангу, и 2-0 делает счет Бензема на 25-й минуте. Не было офсайда у Бензема в этом эпизоде. Вот здесь уже нет претензий к судейской бригаде. Бензема переигрывает Йоэля, переправляя мяч в сетку ворот. Снова с участием Родригеса эта голевая комбинация оформилась. Пятый голевой пас Хамеса, но Бензема забивает свой второй гол в этом матче. Назад он в Бильбао включился дважды, и сегодня в стране басков забивает дважды. Француз сейчас острую передачу, он выполняет. 3-0. Вот такой поворот. 29-я минута. Теперь уже Бензема создает гол. Есть пространство на фланге. Теперь на правом Бензема выполняет передачу. Ну и там как заправский центр-форвард в касании играет Хамес Родригес, переправляя мяч в дальний угол ворот. Прекрасная передача, прекрасное завершение, и 3-0 в пользу Реал. Подача сейчас в штрафную, пытается Пенья пробить. Серхи, удар поворотом. Рамос принимает мяч на себя. Кажется, он спасает команду, а не Навас в этом эпизоде. Пен подключает Пенью. Пенья сходу выполняет навес. Попадает он в Данило, и угловой назначает арбитр. Возвращает он мяч в центр Хамесу. Асенсио. Удар поворотом. Рядом со штангой летит мяч. Не получилось точно пробить поворотом. Спот до Сантоса бил Асенсио. Хамес попросил передачу на ход Бензема. Пожалуйста, Бензема выигрывает мяч от до Сантоса. Входит в штрафную, бьет со острого угла. Йоэль на месте. Модрич отскочил мяч к Луксу Васкесу. Тот в штрафной выкатывается на Асенсио. Асенсио не стал сходу бить. Затем пробивает он из-под Дани Гарсии. Удар же не сильным получается. Провальный первый тайм Эйбора. Ну и вот очередная атака, когда счет мог стать еще более разгромным. И подбор выигрывает футболист Реала. И вот продолжение получается. Острый Асенсио упал в начале нашего века за Реал. И лишь один гол уступает сейчас Бензема еще одному экс-игроку Реала Амансио. 118 мячей провел Карим в чемпионате Испании. Лукас Васкес пробрасывает этот мяч мимо Рамиса. Выполняет подачу в штрафную. Асенсио. Асенсио уходит от капы. Еще один навес. Рамис достает мяч. Ну и удается футболистам. Не удается ничего футболистам Эйбора. Адриан возвращает мяч в штрафную. Бензема пробивает вдоль ворот. Летит мяч. И уже за пределами поля останавливает его Лукас Васкес. Удар от ворот, который уже вроде бы завершился. Но Адриан крайне небрежно сыграл. И в результате Бензема оказался в штрафную. Бил он дальний угол, но пробил не точно. Передача на Асенсио. Тем временем выход 1-1. Нет, положением не игры. Асенсио дает пас Хамесу. Тот нет, штангу попадает. Добивает Асенсио. Все-таки 4-0. Сейчас становится 60-я минута. И ну вот как начинается контратака. Пепа выбивает мяч. Бензема этот мяч подбирает в центре поля. Не могло здесь быть офсайда. Со своей половины поля стартовал Асенсио. Выскочил он на ворота. Поделился мячом с Хамесом, который в штангу пробивает. Но там не очень удачно мяч подработал Хамес. Пробивал он уже, по сути, из-под себя, без замаха. Но в нужном месте оказался Асенсио. Все-таки мяч в ворота он отправил. 4-0.
повторяет результат Реал вот самого первого матча на этом стадионе между командами. В том поединке тоже Хамис забивал. Случившуюся замену в составе Реалы сокращает счет Эйбор на 68-й минуте. Нет, не засчитывает этот гол Гонсалес. Гонсалес, его судейская бригада офсайд фиксирует. Там Серхимов забивать уже ударом в упор. Забавляет его вот случившийся сейчас. Но вот здесь не было офсайда. А вот здесь был офсайд, когда Леон уходил от Начо и рукой задевает по лицу соперника. Затем выполняет подачу и пение в прыжке подставляет. Пятую точку, переправляет мяч в сетку ворот. Выигрывает он борьбу у Данило. Пятый гол забит. Но нам еще раз повторяют удар Тени. Изобретательно сыграл в этом эпизоде 11 номер Эйбора. Отменная подача Леона, ее, конечно, тоже стоит отметить. Там Пени еще и по боку получил удар от Данила, который в мяч пытался сыграть, но Пени его опередил. Иначе есть уже желтый, поэтому играл. Он осторожно пробивает Сергей Ильич из-под Пепа. Мяч летит мимо ворот. Очень мощно бил нападающий. Еще один хороший пас от Педро Леона. Приезжает Пепа Сергей Ильич, но бьет мимо ворот. Увлекся в этом эпизоде Пепа и пробивает Пенья. Ну, похоже, это уже последний момент этого матча. Не получился удара автора гола. Грубая ошибка, конечно, в исполнении Пепа. Итак, 4-1 в пользу.